Погода сказка, коврики расстелены, музыкальные инструменты почти разложены. Это так называемые рамочные барабаны, древние и редкие экземпляры. Особую звуковую атмосферу сегодня создает Андрей Танзю, самый известный в России исполнитель на рамочной перкуссии. Это тот случай, когда настрой важен. Сегодня в Заречье проводят день йоги. Я очень-очень рад всех вас видеть сегодня в Заречье на нашем стадионе. Сегодня мы начинаем, я считаю, очень классную традицию, которая будет началом, ну, даже не берусь сказать, каких спортивных праздников и спортивных успехов. Это традиция для нашего стадиона, это традиция для нашего Заречья. Вы даже не представляете, какие вы молодцы, что вы сегодня здесь находитесь на этих кубриках. Йога сегодня не простая, а пауэр. Это относительно молодое направление, которое появилось в конце 80-х годов прошлого века. Тренировку на свежем воздухе проводит сертифицированный тренер. Очень классно практиковать йогу, когда много людей. Это групповая энергия. Она очень так заряжает, очень много положительных эмоций дает. И такой импульс дает, и мотивацию хорошую на дальнейшие занятия, регулярные, не только праздником. Люди готовы приходить не только по праздникам. Спортивные мероприятия направлены на поддержание здорового образа жизни среди местного населения. На открытом стадионе Зареченской школы собрались несколько десятков человек. Если честно, моя первая мысль была, это было бы круто, если бы это было каждую неделю, в выходные дни. Практика длилась 1,5 часа, и не только взрослые в этот день приобщились к йоге. Для детей провели отдельный мастер-класс. Здесь же разыграли призы среди тех, кто заранее зарегистрировался на спортивное мероприятие. Это, конечно, приятный бонус, но важнее другое. Сегодня кто-то впервые окунулся в мир йоги, и, возможно, занятия для них теперь станут регулярными. Алтынай Урумбаева, телекомпания «Одинцова».